Несипилды Бесимбаева начала свою преподавательскую деятельность в далеком 1987 году, закончив Экибастузское педагогическое училище. За время работы в средней школе номер 4 ей удалось научить читать и писать более сотни малышей. Ведь выбрать такую сложную и ответственную профессию Несипилды Жексеновну заставила именно любовь к детям. При выборе профессии я стала учителем, потому что люблю работать с детьми. Такая профессия, профессия учителя – это такая профессия, где ты всегда развиваешься, идешь, ищешь что-то, радуешься успехам людей, детишек. Преимущество нашей профессии в том, что мы всегда видим улыбающихся детей, которые в твоих глазах ищут поддержку и похвалу. Своей главной задачей заслуженный педагог считает необходимость научить первоклассников именно учиться, стать более усидчивыми и внимательными. Ведь в детских садах зачастую, по мнению педагога, преобладает игровая деятельность. Главная задача преподавания начальных классов – это учить детей учиться. То есть они пришли из садиков еще с того момента, когда только играли. И наша задача учителей начальных классов – научить детей учиться. Главной целью уроков является еще формирование личности. Это вот раскрыть детей, развивать их задатки, способности. В преддверии праздника наша собеседница также поздравила своих коллег с важным профессиональным событием и пожелала главным образом молодым педагогам не замыкаться в себе и всегда спрашивать совета у более опытных учителей. В канун Дней учителей хочу пожелать молодым учителям уважать детей, уметь поставить себя на место ребенка, обладать широким кругозором, развиваться, быть артистичными. Еще важный момент – это терпение, быть терпеливыми к собой и к своим ученикам. Преподавание – это очень сложный навык, но требующий определенного времени. Ожидается для этого, ожидайте, что в первое время молодым учителям, хочу сказать, будет очень трудно, но надо сосредоточиться на постоянном улучшении и совершенствовании. Молодым учителям желаю найти учителя-наставника, у которого вы можете учиться.